прекращать программу. Вы уж извините, но так получается. На самом деле, вот, надо собираться тогда в 4 часа вечера и гулять до 10. Вот. Никодим. Всех я у них учусь музыке, потому что они прекрасные. Есть у кого у них поучиться, у Андрюши Куряева, у Никодима, у Сережи Светлова, все они настоящие музыканты хорошие. Миш, что ты говоришь? Учились. Честно слово, целый год, когда тебе было 50 лет, год назад, да? Почему-то лично, да, начал учиться музыка. Как вы здесь абсолютно все взаимосвязаны, кажется. Все мы друг у друга просто чему-то учимся. Я тебе, знаешь, два дня назад вот так получилось, что судьба закинула меня на полуостров, очень хороший. Советую туда слетать, обязательно тебе привез в подарок. Это очень хорошие палочки, они непростые. Сожгешь, уже нюхать будет нормально. Это для тебя и для супруги, это для медитации масло. Массажные для супруги, понял? Использую по назначению. В меру, там инструкции. Я был удивлен, там приехал, оказалось, что дома надо английский знать, чтобы что-то там читать, понимать. Там все просто. Да, на разных языках я выбрал на русском, там инструкция даже на русском. Они подготовленные люди. Это мы даже здесь, в Москве. Приезжают гости в Москву, в столицу, и не понимаем, куда дети уйти, даже указатели, не говоря уже о другом. Ладно, это не будем. Нет, все хорошо, ты так рассказываешь, я прям заслушаюсь. Что тебе сейчас ставить? Да, лучше ставить. Давай. Такая малость, но и малость не досталась.
как-нибудь придется. Как не упирайся рогом. Только ты детей не трогай. Если Бог ты, так будь же Богом. Прошу у нас сокращенная программа, поэтому очень короткую песенку еще.